ней организм появлялся на протяжении некого долгого периода нашей жизни. Это такое следствие разных каких-то наших практик. Но в первую очередь мы все в детстве занимались разными творческими штуками. Там кто-то играл в театре, кто-то ходил в разные кружки и так далее. И потом это все стало как-то просачиваться сквозь нас просто в каком-то более осознанном возрасте. У меня, например, была музыкальная группа и так далее. А потом как-то так вышло, что мы в том составе, в котором все начиналось, мы все работали в рекламном бизнесе. И это все нам очень быстро надоело, да, потому что там не развернешься, ничего интересного в рекламу не пропускают. И в какой-то момент мы это бросили и стали делать свой проект. Нашей первой игрушкой, которую мы создали, был конструктор, которым можно было самого себя перестраивать. То есть это совпадало вот именно с тем нашим периодом жизни, когда нам хотелось перестроить себя, и мы сделали игру, чтобы перестраивать себя в какую-то другую форму существования. И когда мы это сделали, мы поняли, что это довольно глобальная вещь, то есть ее можно развивать, и она абсолютно совпадает с какой-то мировой ситуацией, когда общество, не знаю, хочет того или не хочет, но слегка вязнет в вялости, в консюмеризме, там, как бы это банально ни звучало и так далее. И нужно какие-то раскачивающие механизмы придумывать, просто чтобы выдергивать себя из этого всего. И вот этот конструктор, он состоял из набора геометрических форм, они все были на металлических кнопках, как на одежде есть кнопочки, и ты мог самого себя застраивать, как будто бы ты лего-человечек или какой-то некий пластилин, да, и ты мог растить на себе кристаллические какие-то такие формы. Это было очень странно, дико, никому не понятно было вообще, зачем это нужно, и мы сами не знали, когда мы это придумали, мы не понимали толком, зачем. Потом мы только поняли, что вообще мы сделали, что с нами произошло. Концепция тренажеров, она родилась в 2012 году. Был придуман некий объект, действие которого по наблюдению уже на работе на выставке оказалось очень странным. Люди там, они попадали в какую-то эйфорию. Мы решили, что это некий тренажер счастья, видимо, потому что они садились в эту штуку, они расплывались в улыбке, у них там расцветали глаза, там начинали развиваться волосы. И там, кстати, было много людей в возрасте, и вот особенно как на них это действовало, было неким таким сигналом, что, видимо, это какой-то, правда, прям тренажер, потому что они уходили оттуда счастливыми. И потом мы поняли, что, в общем-то, искусство, оно вообще должно работать как тренажер. С тех пор мы эту тему развивали. И когда мы разрабатываем идеи, мы проверяем любую идею, насколько она там тренажерная или нет. Не просто ли это какая-то декоративная вещь, не просто ли это скульптура, есть ли за ней какой-то опыт, который человек получит, и этот опыт ему как-то пригодится в будущем или нет. А потом, когда у нас накопилось просто много разных тренажеров и куча разных идей, они объединились в тренажерный зал. А зал, он же залп. И так все и вышло. Кому нужна взбучка? Вялым. Мы все вялые, жутко. Мы с вами вялые, и вы вялые. Вообще люди очень любят повялиться. Вялое человечество. И всему этому человечеству нужна взбучка. Не только наша, но и другая. Хочется, чтобы было больше взбучки на Земле. Не войны какой-нибудь и встряски такой негативной, а вот именно такой позитивно заряженной психологической страны.